получается, вместо того, чтобы поднимать рейтинг, уровень существующего образования, который у нас есть, мы, наоборот, его опускаем. Мы заберем эти школы на областной уровень. Если город с ними заниматься не хочет, либо не может, либо считает это ненужным, ну, значит, мы займемся этим. Ну, мы пренебрегать, как мэрия на сегодняшний момент это делает, не имеем права этим образованием. И та ситуация, которая у нас сложилась, что эти три опорных школы из 500 на территории Российской Федерации, которые Академия наук считает своими опорными, не вошли в состав федерального проекта по капитальному ремонту. Слушайте, ну, такие подходы, они недопустимы. Специально даже пригласил у нас Сергей Владимирович Пилипенко. А вы вот пешком доходили с улицы Рахова до этой школы? Да, вообще. А почему такая позиция? Вот там же ям по колен. Во-первых, приведите дорогу в порядок эту. Разбитые гаражи здесь во дворе. Вы что, их не видите? Результат сейчас заключается в том, что с учетом того, что вы не уделяете внимания, и мэрия не уделяет внимания в лице мэра этим образовательным учреждениям, мы их заберем на областной уровень и покажем, как с этим работать.